то его взрывают, то его сжигают. Только вложил деньги, все сбережения сгорели. Это приватбанк, детка. Прихватбанк. Погорел. Залили все деньги. Воняет копоти. Пойду проверю хоть на карточке. Остались? Да. Как говорится, 20-20 отпусти. Что там, деньги тоже сгорели? Да. Вот блин. А чьи же еще? Да. Да. А? Нет. Я думаю, что лучше всех вот знают ребята пожарные. Боимся у них спрашивать. А чего? А да. Чего они злые? Это их работа. Они нас пошли. Давай спрашивай, ты первая. Ты что, я боюсь. Я щеклё. Вот говорят, люди все вас боятся почему-то, что вы злые. Хотят спросить причину пожара и боятся подойти. Не знаете причину пожара? Я вас не снимаю, не переживайте. Что вы сказали? Идите туда. Я вам подсоединю. Не мешайте мне. А, вы работаете? Да, вижу. И пожарные туда же. Отойдите, мы работаем. Все. Полиция, отойдите, мы работаем. Все работают. Толку нету, блядь. Бардак все хуже и хуже. Работники, блядь. Вот эту трубу в прошлый раз взрывали. Не довзорвали. Работнички. Возьми пока. Все, да. Тем более, что здесь мало народу. Фу. Воняет, коптит. Воняет сгоревшими деньгами. Герои небесной сотни почти напротив сити-центра. Ну, уже потушили, слава богу. Все нормально. Было закрыто уже. Надеюсь, без жертв. Прямо напротив сити-центра практически. Такой вот приватбанк. Несчастливое отделение.